Пожар на предприятии. Под Киевом в городе Белая Церковь горит фармацевтический завод. Огонь распространился на площади около 5000 квадратных метров. Предположительно, пожар начался на складе с лекарствами и упаковкой. Местных жителей просят закрыть окна. В воздухе выявили превышение дыма. Опасных химических веществ при замерах специалисты на месте чрезвычайного происшествия не обнаружили. В борьбе с огнем, по данным пожарных, задействовано более 10 расчетов.